Танцевали все. Молодежный флешмоб прошел в Иванове в День народного единства. Представители диаспор, проживающих на территории России, собрались в один большой круг, чтобы рассказать о жизни своего народа на языке танца. Подобное мероприятие проводят уже не первый год. Мы хотели показать единство наших культур, единство автономии, тех, кто проживает на территории нашей большой страны. Мы знаем, что много народов, да, много национальностей. И вот мы все вместе, мы едины, такой межкультурный обмен, да, знакомство с народными танцами разных, соответственно, национально-культурных автономий. Ребят созывали через социальные сети. Откликнулись многие, особенно студенты, изучающие иностранные языки. Например, этот танец подготовили воспитанники факультета романо-германской филологии. За основу они взяли традиции немецкой Баварии. Мы показывали типично немецкий танец, называется «Опса». Он очень заводной, очень веселый, поэтому именно этот танец решили мы сегодня вам показать. Свои танцы показали татары, азербайджанцы, ребята других национальностей. Закончился флешмоб русскими народными забавами. Молодые люди на центральной площади города водили хоровод и играли в ручеек. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.